Несмотря на то, что мы как бы проиграли Краснодару и не смогли выйти в финал, это в любом случае будет удар для любой команды. А игра сейчас за третье место, ну, вы знаете, мне кажется, немного принципиально будет противостояние, вот эти вот серия против «Зенита», потому что в прошлом году в финале в 7 играх «Зенит» обыграл ЦСКА, поэтому такой будет, будем считать, что это будет наш мини-финал, прошлогодний наш мини-финал. Well, it's now the game with Zenit. We must forget what was going on and try to prepare for these games. We are without Alex, so we are having, let's say, new organization of the offense and some new things that tactically we prepare. It's important that we will all play with the maximum of our abilities and go to win. Слушай, личных задач я не ставлю, честно. Для меня главное, чтобы команда победила. Лично я точно постараюсь приложить все максимальные усилия для этого. Но нету такого, что есть какая-то там расслабленность или кто-то там расслаблен. Мне кажется, такой же настрой есть у каждого. Закончить на какой-то хорошей ноте этот сезон мы постараемся. Поэтому, думаю, серия будет очень интересная, потому что у них тоже достаточно было обидное поражение. Все решали последние секунды, но ждем захватывающую, интересную серию игр.